Всем привет. Я Алексей Дмитриев, юрист, гражданский активист из Химок. Сегодня мы с товарищами были на семинаре, на котором рассказывали, как отстоять права людей на земельные участки под многоквартирными домами, как советские, так и недавние постройки. Но прежде всего, конечно, правами на ранее учтенные, ранее сформированные еще в советские годы земельные участки. Очень интересный семинар, подробный. Я надеюсь, его материалы будут в полной мере опубликованы, потому что я чувствую, что они пригодятся нам не раз. Проблема очень насущная. Много раз сталкивались с точечной застройкой, с тем, как у граждан внезапно посреди детских площадок, дворов, скверов, которыми они всегда жили, пользовались, пока они там жили, внезапно эти территории отбирали, начинали застройку совершенно, так сказать, нагло, беспардонно. И вот, да, сегодня нам подробно, начиная с 1932 года, с советских правовых актов, объяснили, что территории под домами, земельные участки, на которых расположены дома, всегда принадлежали гражданам, что власть не имела права ее присваивать, что, правда, и было сделано. Почему это еще актуально для Химок? Сейчас наш мэр Дмитрий Волошин, единорос, который стал главой городского округа сравнительно недавно, в декабре 2016 года, а до этого он в администрации уже довольно немалый по меркам нынешних временщиков срок занимал должность заместителя главы по землепользованию. В 2017 году, в году экологии, Химки сотрясли многие скандалы, связанные с застройкой зеленых зон. Горячие точки, где возникали конфликты, вот такие очаги ожесточенного противостояния между жителями, застройщиками, чиновниками, вспыхивают буквально каждые полтора-два месяца. Почему? Когда мы стали разбираться, оказалось, что в 2015-2016 годах в Химках, как раз когда Волошин был замом по землепользованию, как раз нарезали земельных участков. Между домами, на месте скверов, на месте детской площадки, как в Траханеево, на месте сквера, как у Пожарского 2 на левом берегу, на месте лип и территории двора, как на Ленинградской 9, таких участков много. И вот теперь стало понятно после этого семинара, что это за земельный портфель, о котором так любит говорить наш мэр Волошин, что это за земля, которую он спекулирует, откуда она взялась и кто ее единственные законные правомерные собственники, у которых эту территорию отобрали и не дают ей пользоваться. Я надеюсь, что с помощью знаний, полученных на этом семинаре, мы сможем отстоять права химчан на землю, поможем другим химчанам защитить свои законные права, свое имущество. Алексей Дмитриев, 26 октября.